исполнении народного артиста Советского Союза Сергея Яковлевича Лемешева прозвучал старинный русский романс «Свидание». А теперь, дорогие радиослушатели... А вот еще ложку. Ам? Я тебя выплевываю. А ну еще одну давай. А мы пока Сонину пеленку погладим. Будет Соня умница. Будет Соня красавица. Будет Соня в законе. Боже мой, неужели борщ? Нет, соус консоме с трюфелями. А мне даже почудилось, мама вернулась. Так, давайте... Переодевайтесь, руки мойте и за стол налью, пока горячий. Бас. Ну-ка. А ну ее давай, последнюю падлу. Ага. Совсем меня с кухни выжила. Целый день жарит, парит, ресторанное меню готовит. Грубая. Бандитка. Алло. А ты ее на место поставь, Раиса. Алло. Ее поставишь. Боязно. Правду говорю. Алло, алло. Уж как я их встретила год назад, жиличек этих. Думаю, докторша, может, пособит чем когда. Бесполезно. Ничего не слышно. Снимайте заказ. А вы в Москву звоните. С Москвой связь хорошая. Зачем мне в Москву? Мне в Ростов нужно. Что за люди? Знают же, связь плохая. Нет, все равно приходят. Хлебом не корми, дай позвонить. Но пока есть капиталистическое окружение, будут и вредить... Степан Семенович, можно? Шпионы. А, Ирина Михайловна, заходите. Разведывательными органами иностранных государств. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я тоже. Присаживайтесь. Вы мне минутное дело, Степан Семенович. Только скажите сначала, как ваша язва? Беспокоит? Да, ну я. Безобразие. А лекарства не принимаете? Ну, Ирина Михайловна, вы как Шерлок Холмс. Точно ведь? Кручусь целый день. Забываю. Слушайте, я вас уволю, на месяц санчасть положу. Ладно, ладно, доктор, сдаюсь. Договорились. Буду лекарства принимать. Будильник поставлю. Ну, по какому случаю у нас? Не прививки сделать? Да я на минутку, вот. Хочу домработницу прописать. Ирина Михайловна, что вы делаете? Это же Любка известная. Главарь воровской шайки. Да вон ее художество. Недавно срок отбыло. На ней дело висит столько, что у меня пальцев рук не хватит сосчитать. Знаете, у меня мама, она была сильным человеком. И всегда говорила, к черту условности. А если она вас обворует? Ну, обворует, я к вам приду. Эх, Ирина Михайловна, Ирина Михайловна. Господи, что же делать? Что же делать, Господи? Как себя вести? Надо прийти, как ни в чем не бывало. Либо все в порядке, я вам доверяю. Нет, не так. Либо я хочу услышать вашу историю от вас самой. Господи, что же я наговорила? Я же сама ее впустила. Чужедячка обещал моей маме материал.
нет, мать твою. Мою баюшки пою. Мою баюшки пою. Я пору нашла. Ирина Михайловна, гонечка 80 рублей. Там старушка в соседнем доме стулья старинные, краски продает, ножки лакированные, гнутые. Я час торговалась, тут сдохнуть можно. Люба, мне нужна зарплата, 90 рублей осталось. Как-то... Мне еще получка была. Вы как жили-то, руки дырявые? Ну, как все маме отдавала. Пойдем. А это зачем? Пара гривенный. И что? Как чего, пара гривен. Мужик один жук что удумал, все в кучу свалил, ну там брак какой-то разный. Хочешь пару, ползай подбирай, вот, почти одинаковый. А зачем нам калоши, Люба? Ну, Ирина Михайловна, ну пара гривенный, жалко было не купить. Пойдем. Ну-ка, раз говорила Ирина Михайловна, не держите денег в шкафу, не держите жилья. Нельзя так простодушно жить. Я не рылась, заметила, когда вы Кондакова одалживали. А шкаф, тем более, белье, это же первое дело для домушников, с него начинают. Люба, какие у меня деньги? Ну, тем более, ладно, не жмитесь. Как-нибудь выкрутимся. Значит так, 80 на стуль, десятку на расходы. Все. Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, можно? Да, Раиса Федоровна, заходите. Опа. Ой. Ой, какие мы уже взрослые. Да какие самостоятельные. Держи конфетку. А спасибо тете сказать. Да не за что. Вы же знаете, как я люблю Сонечку. Я же, можно сказать, ее выненчила. Ирина Михайловна, займите десяточку. Пригласила одного человека в гости. Вина хорошего купила. Боюсь, что до получки не дотяну. Да с удовольствием. Такой, знаете, мужчина солидный. Недавно познакомились. Завтра уезжает. Меня с собой зовет. Вот возьму и уеду. А что?
уеду. Раиса Федоровна, вы меня извините, но я вам, к сожалению, не смогу занять. Последняя десятка. Кому доверились, Ирина Михайловна? Ну что, это такое облегчение. Да-да, пожалуй. Вот, вот и Люба пришла. А, Сань, посмотри. Да, он там. Какая мебель. Даром же, даром, а? Стало чистый трей. Не найти милее и краше никогда. Если жаль, любимь твоей не скажешь, что тогда успокоил и пьян, и ласки нежную согри, чтоб на сердце легче стало кисть. А что это Кондакова Патефон завела? Так Валя рождает. От того подъезда? Хмыря из органов? Мама! А почему вы решили, Люба, что он из органов? Так у них же у всех морды на одной колодке сбиты. Ирина Михайловна, у Лешеньки Казаковой с пятой палаты острые боли. Чьей больной? Масельцовой. А где она? Ее нет, отпросилась до обеда. Посмотрите, мальчик, Ирина Михайловна. Сейчас халат надену. Больно? В операционную срочно. И пригласите Федора Николаевича. Кто вам дал право без моего ведома отправлять мальчика на операционный стол? Я вас спрашиваю. Мальчик 3 дня лежал с острым животом. Вы Федора Николаевича спросите. У нас во время операции аппендикс в руках разлился. Значит так, Федор Николаевич. Я требую запретить молодому специалисту Зальцман заниматься моими больными. Ну, вы, Зинаида Николаевна, вы чуть не упустили его. У нас во время операции... У вас с Ириной Михайловной? Извините. Напрасно, Ирина Михайловна, вы упомянули Федора Николаевича. Почему напрасно? Извините, я опаздываю. Эффектная шубка у вас, Раиса Федоровна. И мех такой нежный. Как влетает. Я и не носила ее, считай. Хочешь примерить? Хочу. Очень хорошо. А главное, новые. Покупай. Спасибо, Раиса Федоровна. Я подумаю. Только недолго. А то, гляди, продам. Ты куда, Фенька, торопишься? Эффектно, эффектно. Окстись. Ты рукава-то видала? А что рукава-то? Да повылазили все рукава. Ты работаешь у нас недавно, потому и не знаешь.
А этой шубейке 100 лет в обед. Эффектно. Ишь, понаберутся разных словечек. Эффектно. Ну как? Красота. Ну, а то жиль как голый всех на виду. Ползла, думала, от тахикардии помру. А вот доктор пальто приличное купи. Вот еще. С каких таких шишей? Да хоть с каких-нибудь. Хоть подержанные чоли, но чтоб драп хороший был. С ботином можно. А то ходите как... как общипанный цыпленок. Цыпленок. Да именно. У меня ж там кипит. Васильцова тут возмутилась и говорит мне. По какому это праву вы чужого больного без ведома лечащего врача на стол отправляете? Я говорю, мальчик с острым животом 3 дня пролежал. Ну, спросите Федора Николаевича, Перечникова. У нас во время операции этот аппендикс в руках разлился. Ну, про Перечникова зря. Она спит с ним. Кто? Ну, это. Кудлатая. Васильцова. С чего вы взяли? Я и не носила ее, считай. И деньги-то плевые. Да, совсем недорого. А шубы-то, между прочим, норковые. И продавать бы не стала. А просто вижу, Ирина Михайловна, совсем вы обтрепались. Вы, доктор, вас уважать должны. Да, пожалуй. Спасибо, Раиса Федоровна, сейчас деньги принесу. Люба, а мы тут у Раисы Федоровны шубу покупаем. Совсем недорого. А вы всегда теперь, Ирина Михайловна, у домработницы спрашиваете с позволения на покупки? Просто смех и больше ничего. Раиса Федоровна, дорогая, не надо. Ну что же, Ирина Михайловна, как ребенок в самом деле. Любая сволота вас облапошит. Ты что себе позволяешь, а? Ну я не спорю, эта шуба, может, и была когда-то шубой. А сейчас в ней только чертовы поминки справлять, либо обед греть. Дочка, дочка, пальто. Мы сойдемся в цене. Я много не возьму. Бабусь, она у Димы износилась. За него рубля жалко. Девушка, а вы пальто ищете? У меня дома есть. Ну, совсем. Я не носила его. Не успела ищи. Ну и носи. Я
Мне просто очень деньги нужны. Я хочу продать его. Может, посмотрите? Я здесь недалеко комнату снимаю. 5 минут ходьбы всего. На коммунистической. Ну, иди. Конечно, не шуба, но вещь приличная. Это мне? Ну, примерьте. А где бирка магазина? Я что-то бирки не вижу. Откуда? Да вы что, Ирина Михайловна, на самом деле? Думаете, я ваш дом легавок притащу? Не бойтесь носить честное пальто. Я даже не торговала, все до копейки отдала. А стоит, знаете, ого-го. Ой. Смотрите-ка. Мягко ковирает. Ирина Михайловна, Сонечка заболела, прям горит вся. Это я во всем виновата. На ветру гуляли слишком долго. Как я ее тащила домой, она все гуять, гуять. Ну, щечки розовые, думаю, пусть. Шаландыч маленько. Воспаление легких будем ковать.
Люб. Тише. Спает. Чужой дядька пища. Моей маме материал. Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставившая своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. Слушаю. Да, читал. Проведу на этой неделе. Не вижу срочности. Хорошо, сегодня так сегодня. Все коридоры забиты, обо мне все прибывают и прибывают. Каждый год одно и то же. Как зима, эпидемия гриппа. Сейчас еще обмороженных начнут привозить. Господи, ума не приложу, куда их класть? Алло? Да, Федор Николаевич, поняла. Ирина Михайловна, в три собрания. По какому поводу? А вы правду читали? Нет. Банду раскрыли. Заговор врачей. Неужели правду не читали? Сообщение ТАСС. Убийцы в белых халатах. Отравители. Кто? Фамилии? Не русские фамилии. В основном не русские. Здравствуйте, товарищи. Федор Николаевич, у меня жена рожает с минуты на минуту. Вторые сутки предродовой. Воды отошли. Разрешите отлучиться. Рожков, вы что, не понимаете политической важности момента? Родит ваша жена. Уж не первая и не последняя. Да, товарищи, давайте мы не будем затягивать. Случай у нас сегодня, так сказать, особенный. Это всех нас касается. Короче, я слово предоставляю председателю месткома Масельцовой. Товарищи, случилось чудовищное. Измена проникла в наши профессиональные ряды. Я зачитаю газету «Правда», хроника «ТАСС», арест группы врачей-вредителей. Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставившая своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались профессор Вовси, М.С.,
профессор Коган, М.Б., профессор Фельдман, А.И., и профессор Эттингер, Я, Г. Арестованный вовсе заявил следствию, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из США от организации Joint через врача в Москве Шемилевича и известного буржуазного националиста Михоэлса. Следствие будет закончено в ближайшее время. У меня все. Спасибо. Ну вот, товарищи, такие вот дела, как видите. В момент тяжелой обострившейся борьбы классов бдительность гражданина должна сочетаться у вас с профессиональным долгом врача. Давайте, Рожков, бегите к жене. На этом наше собрание окончено. А вам, Ирина Михайловна, что-то не ясно? Мне кажется, я очень доходчиво читала. Да, вы были очень убедительны. А может быть, вам какая-то фамилия знакомой показалась? Вы ведь, если я не ошибаюсь, из семьи московской, врачебной. Не ошибаетесь. А вы напрасно не пользуетесь губной помадой. Это бы как-то вас рассветило. Опираясь на группу растленных еврейских буржуазных националистов, профессиональные шпионы и террористы из Joint по заданию и под руководством американской разведки... Вы последний. Да. Ужас. Страшно ж в поликлинику идти. Попросишь сульфатинизина, а тебе я отдадут. Ты на фамилию врача смотри. Если там Шапира какой-нибудь, Равинович, не ходи. Так они за русскими фамилиями прячутся. Научились. На личность внимательно смотри. Ты ему на нос смотри. Это шуму непостижим. Вождей травить. Это чтобы страна без руководства осталась. Такого рода настроение. Вражье семя. Далеко еще не преодолены. Ротозеев у нас еще немало. Именно это ротозейство и составляет питательную почву для злодейства. Ирина Михайловна, у меня сын родился. Поздравляю. Вы куда? Пойдемте отметим. Спасибо, Коля, я не могу. Между тем, эти органы должны были быть особенно бдительными. Пали товарищи! А.А. Жданов! И А.С. Щербаков. Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, умышленно скрыли имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища Жданова. Ирина Михайловна, неправильно применение... Слыхали?
старая кура сама себе доклад делает. Это наш второй раз. Оттарет, чтобы не слышно было. Все жду, как по третьему кругу запоет. Пойду ее на трюм сажать. Надь, потирайте. Люба, мне нужно с вами поговорить. Ага.